Всем привет! С вами Маша, и вы на канале о нашем о главном. Сегодня у нас срочное заседание тени маньяков, косметику маньяков и вообще всех, кто любит, что касается вот этой вот нашей барахлишечка. Я решила совместить, как в фильме про барона Мюнхгаузена. Сначала планировали празднество, потом война, потом решили совместить. Так вот, я совмещаю сегодня видео о покупках. Это последние покупки, которые я вообще буду делать до конца Нового года, и уже после Нового года я, наверное, буду вам показывать кое-что новое, что я привезу из Москвы. Там у меня будет отдельный шопинг, к этому не будем. Но чтобы подытожить весь мой шопинг и некоторые фавориты, некоторые изменения, некоторые открытия в моей косметической жизни, все это будет в этом видео. Итак, приступим. Что касается, я буду идти просто вынимать из, кстати, тоже косметичка, подарок был с покупкой, буду вам вынимать продукт и рассказывать заодно и про покупку, почему я ее купила и, соответственно, все, что касается этой категории продуктов. Итак, тушь, вот я как раз вытащила. К Новому году всегда выпускаются такие, это типа как конфетти, вот так открываете, пум! Летят конфетти, и там маленькая мини-тушь как подарок. Я купила себе на затест от It Cosmetics тушь, их знаменитую Super Hero, the Travel Size. Я очень люблю Travel Size туши, они почему-то у меня медленнее сохнут, чем полуразмерные туши, и иногда такое ощущение, что даже как-то лучше красит. Поэтому, что касается люксовых тушей и новых тушей, я всегда предпочитаю начинать с чего-то такого. Много слушала великолепных отзывов на эту тушь от It Cosmetics, уверенный такой в себе middle market, всем любимый, вы знаете, что я обожаю их из CC Cream для сухой кожи, это просто посланная с небес благодать, для жирной кожи ни в коем случае. Так вот, говорится, что на 500% гуще и длиннее выглядят ресницы, у меня ресницы короткие, светлые, не загнутые, поэтому мне нужно все сразу. Посмотрим, как это будет работать, но поскольку мы говорим о тушах, за этот год было немало релизов тушей, и все вы знаете, многие из вас, кто со мной давно, знают, что моя самая любимая тушь это Tarte Light Camera Lashes, я ее люблю за то, что она замечательная дневная тушь, а также она является хорошей черной базой под туши более драматические. Когда вам не на что наращивать, собственно, драматические туши, такие как, например, Monsieur Big, да, или какие-то другие, или, допустим, туши с резиновыми щеточками, они могут склеивать ресницы, и если у вас их и так немного, они не длинные, вместо пушистых, длинных, густых ресниц, получите 3 паучьиные лапки. Вот для этого Tarte Light Camera Lashes, она работает как идеальный праймер. Сама по себе она работает хорошая, как хорошая дневная тушь. Она вот для меня всегда такой, знаете, золотой стандарт. Ничто не должно быть хуже ее, если лучше ее, и я могу в один присест создать драматический эффект. Прекрасно. В этом плане, боже мой, чуть не взорвала. Это будет новинка на пробу, о которой я вам расскажу уже в новом году, когда начну пользоваться, когда вернусь домой. То, что я опробовала и страстно полюбила за эти годы, помимо Tarte Light Camera Lashes, это Monsieur Big от Lancôme. Очень люблю, особенно когда она подсыхает. Офигенная тушь, и я ей пользуюсь как сама по себе. То есть она вполне работает как сама по себе, но и как тушь уже второго ряда. Второго слоя. Я опробовала, очень детально поносила и потестировала на себе тоже люксовую дорогую тушь от Hourglass. Это уже не middle market, это уже идет к люксу, к Dior и даже дороже. Hourglass это известный люксовый бренд в США. Здесь у нас тушь называется, это их относительная новинка, Extreme Lash Mascara. Caution Extreme Lash Mascara. Это такой треугольничек, если вы можете видеть. У нее стандартная щетка с щетинками, такая немножко как елочкой, да? Я думаю, все мы знакомы с такой формой. Тушь неплохая. Она мне чем-то напоминает по эффекту Maxi Lash от Guerlain. Соответственно, если вам нравится Maxi Lash, то вам понравится и эта тушь. Но то вот и та, и другая критика относится к той и другой туши в том, что они для меня не делают достаточно. Это хорошо, приятно, мило, но недостаточно. Для их цены это недостаточно. Поэтому эту тушь я допользую и больше покупать не буду.
Зато появилась в своем арсенале тушь, которая перебила Lights, Camera, Lashes. И перебила она ее тем, что она примерно, для меня она как лучшая замена Monsieur Big от Lancôme. Она в один присест делает драму и все, что вы захотите. При этом стоит она $4-5. Это вот это. Именно эта тушь. Обратите внимание, у Essence много тушей. Это тушь от Essence. Она называется The False Lashes Mascara. Белый тюбик с черным и ярко-розовым. Extreme Volume and Curl. Это великолепная тушь. Essence как-то за последний год, они выпустили миллион тушей, и, по-моему, я слышала, что из них как минимум треть очень даже приличнее. Видите, тут немножко изогнутая щеточка со щетинками обычными. Я ее обожаю. Я на нее просто молюсь. Муа. Я, конечно, Essence имеет свойство как выпускать и плохие продукты, и хорошие продукты, и те, и другие быстро снимаются с производства. Они, конечно, очень fast fashion такой вот бренд, но я надеюсь, что она у них все-таки задержится на подольше, потому что вот эта тушь, это офигенно. Это офигенно за ту стоимость, которую они просят. Опять же, я не знаю, как это работает на длинных, густых ресницах, ресницах нарощенных. Но, с другой стороны, мне кажется, этим людям вообще все равно, чем красить. Вот если у вас ресницы не какущие, как у меня, редкие, короткие, торчащие в разные стороны и светлые по цвету, обратите внимание, офигенная вещь, абсолютный фаворит открытия 2018 года. Так, что у нас тут еще завалялось? А, еще две новинки от уши, относительные новинки. Это я просто не знала, куда деть свои поинты, и я взяла за бонусные поинты себе High Impact Mascara от Clinique. Слышала много хорошего, когда-то она у меня была, уже не помню, что, почем и как, поэтому освежу такой вот люксовый пробник, освежу впечатление, вам расскажу уже в новом году. И тоже какой-то в подарок с покупкой мне для наращивания ресниц, вот эта вот белая база для ресниц от Lancôme попалась. Я не пользуюсь такого рода базами, потому что я ношу линзы, если мне хоть что-то попадает в глаза, а в таких базах бывают такие мельчайшие файбер частички, это все, это смерть, это просто, это сразу на вынос. И поскольку мне еще один минус я вижу в таких базах, то что ресницы, когда ты их наращиваешь, они когда высыхают, вот эта база, ресницы очень тяжело прокрасить в черный цвет, потому что она белая. Я не понимаю, почему она белая. Почему нельзя делать такую черную базу? Вот остается вне моего понимания. А, помимо этого, они очень, ресницы жесткие, такое ощущение, что их можно просто вот так вот сломать. Мне не нравится такой эффект. Я предпочитаю, как я уже сказала, один слой Tarte Lights Camera Lashes, а потом вот какую угодно драму, если надо, наращивать сверху. Так что это я просто кому-нибудь передарю. Идем дальше. То сразу мне попадаются две тенюшечки от ColourPop. Не прошло и 100 лет, и даже самые отставшие слои население облачились в джинсы, как в фильме «Самое обаятельное и привлекательное». Да, и у меня появились тени от ColourPop. Я по-прежнему устойчиво избегаю... Слушайте, у нас такое завывание ветра. Не знаю, слышно ли вам, но меня это пугает. Это жестоко. Такие завывания. Ну ладно. И у меня появились тени ColourPop. Я их стойко все-таки избегаю, потому что для меня это такой же fast fashion, как и многие другие, типа H&M, Forever 21, Zara, и же с ними. Я немножко подустала от огромного количества барахла, которое производит вот такие бренды, насколько это все бестолково, необдуманно, и сколько приходится тратить времени, чтобы найти классные вещи у них у всех. И у ColourPop, вот у всех брендов fast fashion есть феноменальные вещи. Но у меня такое ощущение, что это, как знаете, как вот монетку кидать рандомно, что если производить в таких количествах что-нибудь да удастся. Но я, знаете, я просто устала. Я устала перебирать горы всего дна, чтобы найти конфетку. Конечно, это классно, когда ты находишь классные тени, я сейчас про них поподробнее расскажу, за там $3-5, это все прекрасно. Но сколько приходится перелопатить непонятно чего,
И такое ощущение, что вот они просто множат мусор. У меня это возникает какая-то чуть ли не клаустрофобия, когда я думаю про бренды fast fashion. Я от них устала. Я устала от этого бесконечного вот этого больше, черт знает что, черт знает как, неважно, когда, кек, все время новое, прям как будто вот такое ощущение, что вот они производят эти вещи, и прям через неделю их же прям на свалку везут. Ну вот такое у меня возникло ощущение, поэтому я всячески стала избегать заходить в магазины такого рода или на сайтах шопить такого рода. Тем не менее, с Colourpop я решила таки познакомиться, потому что сейчас пошла какая-то новая волна, как будто не было никогда теней L'Oréal Infallible, пошла новая волна, напрессованные такие вот, да, силиконовые пигменты с металлическим шиммером или блестками. Я уже опробовала Hourglass, ничего, хорошо, прилично переливается, все очень приятно, но мне немножко, я оставила недоумение их ценовой порядок. Тут же появились подобного тени от Marc Jacobs, Armani переделали свои Eyes to Kill, которые были 100 лет назад. То есть опять какая-то пошла, вот понимаете, вот как бы вот как сказать, reinvent the wheel. То есть мы решили создать заново все то же, что уже было. Поэтому я так подумала. С одной стороны, я очень люблю такие продукты. Вы знаете, что я большой фанат кремовых и карандашных теней, я ими пользуюсь 90% времени. До палеток у меня дотягиваются руки только когда я, допустим, что-то для вас снимаю зачастую, ну или там на выходных, или какой-то если день у меня, когда я никуда не тороплюсь. Но в целом кремовые, карандашные такие подтени, которые можно нанести пальцем, быстренько растушевать, и все готово, я очень люблю, я большой фанат. То есть не то чтобы я, знаете, такой тихий хейтер, нет. Но за такие деньги, когда ты чувствуешь, что вот такое ощущение, что где-то тебя... Где-то тебя натягивают, где-то что-то здесь не так. Я думаю, ну ладно, раз уж я купила такие дорогие тени, надо все-таки дойти и попробовать вот эти вот не сухие, а вот эти вот, да, как гелия, какие-то силиконовые тени от Colourpop. Я выбрала себе два оттенка с блестками, потому что я как раз хотела понять, можно ли за $5 сделать такой же эффект, как получается от тени Hourglass, который там за $26-24, или и же с ними весь этот люкс. И вы знаете, можно. На мне сегодня коричневые тени с сиреневыми. Это не блестки, даже, знаете, это как слюда переливчатая. Причем держится все хорошо, пока ничего нигде не осыпалось. Носила я уже их оба много-много раз, и пока никаких вот вообще никаких претензий нет. Те, которые, видите, такой мягкий, дымчато-коричневый оттенок, тут вам, наверное, не видно, но особенно при ярком, искусственном свете они вот переливаются. Вот на такой дымчато-бурой коричневой базе получается именно такой лилово-сиреневые вот эти вот какие-то вот искорки. Это очень красиво. Оттенок называется 18F1 Millionaire. Серия Супершок. Классная вещь. За $5 значительно весь тот же эффект и интереснее оттенки, чем те же и Marc Jacobs, и Hourglass, и же с ними. И вторые, которые мне очень хотелось, эффект бежевого влажного века. Одно время, это было 3 года назад, это было безумно популярно, и тогда мне этого не хотелось, потому что это было у каждой второй на веках. Но вы понимаете, да, когда выровненное, мягкое, такое кремо-бежевое веко, и оно вот так вот блестит ровненько, прям вот как какое-то вот дыхание ангела на глазах. Но мне, конечно, хотелось еще и с каким-нибудь вывертом, что, может, есть дуахромчик еще какой-то, может, чтобы оттуда сверкало. Это же было бы вообще вдвойне прекрасно. И я нашла такой вариант, очень вам рекомендую. Оттенок называется Sailor 18H3, та же серия Супершок. Знаете, я не хочу в таком освещении пытаться делать свотчи, я их сделаю, но я думаю, вам будет не видно. Посмотрите отзывы и свотчи онлайн. Я выбирала именно онлайн, потому что посвотчить их мне было негде. Здесь у нас как раз классный бежевый оттенок, и перелив идет от сиреневого к зеленому в зависимости от угла освещения. Обожаю. Оба могу носить сами как по себе, но больше даже я их люблю наносить пальцем на центр века поверх других матовых
таких мягкого оттенка, такого среднего тона карандашных теней или такого рода, вот рода теней. Очень люблю. Классная вещь. Открытие года. Люблю, обожаю. Но я вам сказала, что я не планирую пока прям так ударяться и покупать еще какие-то продукты от Colourpop по вышезаявленным причинам. Но если вам эта марка интересна, вы уже собирались сделать мне заказ, обратите внимание. Следующее, что у меня здесь вынимается, это жидкость для снятия лака от Zoya 3 в 1. Я, честно говоря, кинула ее чисто в добавку, чтобы получить бесплатный шиппинг на своем заказе в Ulti. Признаться, за последние 3 года все чаще я покупаю вещи в Ulti, что касается косметики и всего остального. И в Sephora очень-очень редко у меня бывают какие-то покупки. Мне как-то совсем перестала нравиться и ценовая политика, и политика бонусов в Sephora. Как-то все это очень... Самое приятное в них то, что вы можете прийти что-то посвочить в магазине, и то, что вы можете бесплатно вернуть даже использованную косметику, и даже бесплатная отправка обратно, да. Это, конечно, удобно, но в целом, как-то мне кажется, ну не знаю, что-то у меня какая-то разлюбила я Sephora, скажем так. Чаще покупаю что-то в Ulti. Так вот, кинула я эту жидкость для снятия лака, потому что я знала, что на нее можно положиться. Она прекрасно снимает не только лак, но и пески, но и даже блестки, и даже наслоение блесток. Какой-нибудь там типа сэндвич-маникюр может снять. Но именно поэтому же она имеет свойство подсушивать ногтевую пластину, потому что... И поэтому я буду ей пользоваться именно как жидкостью для снятия лака в термоядерных случаях. Она значительно лучше, чем ацетон, да, если сравнить с какими-то жесткими жидкостями для снятия лака, это значительно лучше. Но если сравнивать с моей любимой, вот она, от Sally Hansen, и обратите внимание, что это именно та, которая в такой вот мятного цвета вода, она увлажняющая, это называется Moisturizing for Dry Brittle Nails. Вот, и этой равных вообще нет. Я как ее для себя открыла, эту жидкость для снятия лака, доступна она мне только онлайн, я нигде ее не могу найти в магазинах, ну, в общем-то, и не проблема, я не так часто езжу в какие-то магазины. Поэтому я заказываю ее Amazon обычно в балк, то есть 6 штук сразу в коробке, и пользуюсь уже много лет, и даже не собираюсь менять, так что... Этим я попользуюсь, это приятно, это хорошо работает, но все-таки это подсушивает ногти, а это нет. Поэтому, если выбирать, я все-таки вам посоветую именно вот эту от Sally Hansen. Меня вы часто почему-то спрашиваете, чем снимаются блестки, хотя я об этом делала и отдельное видео, и не одно, и часто об этом, почти в каждом лаковом видео об этом говорю. Ну, я вам еще раз напомню, я наношу эту жидкость для снятия лака на ватку, ватку на ноготь, оборачиваем ноготь в фольгу, включаем любимое видео или аудиокнижечку, посидим вот так с фольгой минутки 3. Потом оно у вас абсолютно растворяется, весь лак, даже с блестками, его просто вот так вы можете снять, и все. Ну, конечно, почистить края, это все понятно, но в целом это все очень становится легко. Это намного безопаснее, чем травмировать ногтевую пластину и сильно стирать с нее блестки, потому что вот эта поверхность, она слоистая, она очень нежная, вы можете повредить даже матрицу ногтя, поэтому лучше завернуть в фольгу, оставить на 3 минуты, позволить пропитаться лаку жидкостью для снятия лака, и потом мягко просто снять, и все. Да, это то, что касается дела наших лаковых. Абсолютный мой фаворит, и как бы вот эта вещь, она для меня абсолютный must-have, то есть такая вот... Я боюсь, когда настанет тот день, когда они снимут эту вещь с производства. Дальше смотрим, что у нас здесь появляется. Ах, ну да. Я прикупила себе несколько продуктов по уходу за волосами, потому что я, видите, в последнее время они у меня стали отрастать. Я до сих пор не понимаю, что я хочу с ними сделать, и именно поэтому я как бы... Они отрастают не потому, что я их отращиваю, а потому что я не знаю, что делать своей головой. Вот именно в таких мучениях, поскольку, конечно, уже начинают сечься концы, волосы у меня тонкие, очень ломкие, очень-очень такие fragile, я решила себе подкупить уходовых средств. Это у нас от Биолаш
Creatine Dose Pro Keratin Silk. Это распылитель, увлажнитель для кончиков волос, то есть это как кондиционер, но который вы оставляете на волосах. И я зачастую им пшикаю именно на кончики после того, как уже не просушила, а вытерла полотенцем волосы. И потом уже они у меня высыхают сами по себе чаще всего. Работает неплохо, мне, в принципе, нравится, и я, честно говоря, небольшой спец по таким вещам. На мой взгляд, что касается хорошего вида волос, это в основном уже средство для укладки, нежели по уходу, потому что здесь, в общем-то, ничего живого уже нет. Все, что нам остается, это как бы склеивать чешуйки, и тогда волос выглядит немножко более блестящим. Собственно, вот такие вот спреи-увлажнялки, они с этим помогают. Дабы, опять же, придавать им более жизнеутверждающий вид моим волосам, поскольку я купила плойку, то есть, точнее, выпрямитель, нравится, правда, видите, сегодня... Кстати, да, давайте про это расскажу подробнее. Так вот, купила я себе выпрямитель для волос, самый дорогой, который могла найти, от Shea, белый мрамор, все дела какие-то там просто невероятные, из небесной стали сделанные или чего-то там, какой-то, не знаю, китайской пятивековой керамики сделаны эти плоскости. Все мне с ней нравится, с этой плойкой, с выпрямителем. Кроме того, что, конечно же, еще сильнее начинают стечься концы волос. Меня это мало как бы волнует, потому что я в любой момент готова их отстричь. У меня нет цели отращивать их до пупа. Тем не менее, все-таки хочется, чтобы это как-то подольше выглядело более-менее аккуратно и нормально и блестело. Поэтому я решила приобрести себе Blow Dry Glotion. Это такая, как вот кремчик, специально для Heat Primer, как тут говорится, тоже от Биолаж. И сегодня первый раз я воспользовалась, я нанесла примерно отсюда вниз две, наверное, помпы этого стайлера, этого кремчика. Знаете, все это очень приятно пахнет, очень мягко распределяется, не склеивает волосы, никакой жирности, все. Однако они нифига не накрутились. Интересный момент. У вас такого не было? Когда средство для обработки, термообработки волос, как бы предотвращает какой-либо эффект от этой самой обработки. Вот мне кажется, вот то, что это средство делает, да, оно им продает некий блеск, но они перестают держать какую-либо форму. То есть это не завитые локоны, я думаю, вы видите, да, вы меня извините, но так быть не должно. Я даже их залачила немножко, это все равно не спасло. В общем, не знаю, может быть, это просто первый раз так, но пока смешанные ощущения у меня от этой штуки. Буду ждать ваших комментариев, может быть, я что-то не то взяла, но здесь написано для обработки, термообработки волос. Ну, вот как сказали, так я и воспользовалась. В общем, да, бывало ли у вас такое, что средства для термообработки, собственно, предотвращают какой-либо стайлинг возле этого? Потому что раньше я могла завить себе этим выпрямителем, если его вот так выкручивать, да, и тянуть, то у меня получились какие угодно я могла себе сделать кудри. Прям даже стоящие чуть ли не вертикально. А это что? Что это? Нет, ну это мило, это какие-то такие небрежные волны, это все тоже неплохо, но как бы не этого мне хотелось, прямо вам скажу. Так что да. И купила я себе еще кондиционер для волос. Тут у меня вообще история на 100 рублей. Дело в том, что были у меня какие-то периоды в жизни, когда я часто путешествовала по работе. Чего бы хотелось, чтобы оно не заканчивалось в будущем. Я люблю путешествовать по работе, но... Ладно, я набрала себе, как вот у меня накопилось дикое количество походных шампуней и кондиционеров, такое, что я поняла, что я могу не покупать кондиционеры и шампуни еще года 3. И я решила протестировать это предположение, вот насколько мне хватит всех этих походных продуктов, если вообще не покупать средства по очищению волос. Значит так, шампуни все-таки ушли достаточно быстро. А вот кондиционеры длились бесконечно, просто бесконечно. В итоге я не покупала себе кондиционер для волос 1,5 года. Прикиньте, это нереально просто. И вот наконец-то сейчас я добила последние вот эти вот походные кондиционеры для волос, многие из которых, к слову говоря, они не дешевые. Если вы останавливаетесь в дорогих отелях, они там иногда очень даже клевые вещи дают. Я так на самом деле удивилась.
Так вот, уже настала пора купить новый кондиционер для волос, и я вам показывала в предыдущих покупках косметических, я купила такую вот штуку, это целый набор от Серафил, это какой-то от компании Redkins, их подразделение Science, да господи, боже, прям какой-то научный ресерч. Что стимулирует, вот этот вот комплекс должен стимулировать рост волос. Ну, честно говорю, ничего такого особенного не заметила, но этот кондиционер очень странный. И именно он меня сподвиг на то, чтобы купить еще один. Это такой, знаете, как будто какой-то алкогольный гель. Он не увлажняет волосы, они остаются такими же, как солома. Знаете, когда вы свежие только помыли волосы, они, конечно, если вы мягким шампунем воспользуетесь, они не будут совсем-совсем никакущие, но все равно они будут немножко такие жестковатые, да, немножко как солома, чуть-чуть. И обычно кондиционер с этим делом быстро справляется. А вот эта штука не помогает вообще, она их не делает мягче совершенно. Я подумала и так решила, что, наверное, я наносить буду эту штуку исключительно на кожу головы, потому что если она должна что-то стимулировать, то стимулировать она должна все, весь этот рост в луковицах, да, на коже головы. А, соответственно, мне нужен какой-то более мягкий, более склеивающий, да, вот эти вот чешуйки волоса кондиционер. И я решила попробовать натуральную подлинейку от Биолаш. Это Matrix Биолаш. Называется она Ро. Это их линейка. И это Nourish Conditioner for Dry Dull Hair Coconut Oil Kaolin Clay. Для сухих, не блестящих волос. Я думаю, ну, мне как раз подойдет. Начала пользоваться, уже пользуюсь 2 недели. Все ничего, все нормально. Но если честно, вот для меня кондиционер для волос может страдать только от 2 проблем. Если он, как этот, их вообще не увлажняет и не делает мягче, и противоположное, если его невозможно смыть, и потом у вас грязные просто такие вот какие-то вот сальные волосы. И то, и другое мне пока встречалось очень редко. Ну вот первый раз, когда кондиционер вообще никак не увлажняет волосы, обычно такого не бывает. А так, в целом, мне все кондиционеры плюс-минус на одно лицо. Вот вам как? Вы видите вообще, замечаете разницу? Потому что я, честно говоря, как-то вот не очень. Ну и продолжая разговоры о покупках, вот с покупками всего этого дела от Matrix, мне пришел набор с мини-косметичкой. Это у нас Биолаш Кератин Доз кондиционер, Кератин Доз шампунь и желе-стайлер. Вообще мне, конечно, желе-стайлер ни к чему. Надо будет его куда-нибудь пристроить. Так, и теперь небольшие обзоры, фавориты, открытия, что касается других предметов из моей косметической жизни. Хотела вам сделать апдейт на клинический ретинол, который я купила от Paula's Choice. Многие из вас просили потом рассказать, как оно, что оно. Конечно, это не то, что вам пропишет косметолог, да, или какой-нибудь врач-дерматолог, там, или какие у нас еще врачи могут прописывать более серьезные, да, крема для кожи. Но, честно говоря, и 1% мне выжег кожу просто насмерть. Каждый раз. Мне достаточно им воспользоваться 1 раз, естественно, на ночь. Это такой плотный, приятный кремчик, приятно пахнет. Никаких вроде бы нареканий нет. И наносится он неплохо, ощущается он тоже неплохо. Но буквально через 5 минут после этого, если я, дабы усадить и усугубить, наношу какой-нибудь там увлажняющий крем еще на ночь для лица поверх, у меня лицо становится просто вот сиренево-красное. И такое оно держится при каждом умывании, при каждом последующем нанесении крема еще как минимум неделю. 1 раз я поиспользовала этот крем 3 раза в неделю, 1 неделю, и после этого лицо у меня начало просто облазить, как после микродермабразии. Это было жутко вообще, на самом деле, это было очень неприятно, поэтому я очень даже побаиваюсь этого крема, он как-то очень серьезно влияет на мою кожу, и как мне не хочется, конечно, чтобы ретинол стимулировал обновление клеток, и чтобы как бы у меня замедлялось образование морщин, я не уверена, что я готова ради этого так страдать каждый день.
Поэтому, да, дайте мне знать, если кто-то из вас сидит на ретиноле или пробовал именно этот продукт Apollo's Choice. Apollo's Choice делает такой, знаете, middle market, современную грамотную химию для ухода за кожей лица и тела. На них очень много отзывов, у них есть свой YouTube-канал, где они очень подробно отвечают на вопросы, объясняют, как, что, с чем наносить, не наносить. То есть они, в принципе, у них такая миссия, как бы образовывать людей о том, как делать базовый и не такой уж даже, чтобы и базовый уход, в том числе антивозрастной. Мне не очень нравится по своему посылу, по своей ценовой политике, вообще как бы очень все integrity-based, все очень грамотно, четко, продуманно. Поэтому я вот, собственно, решила разориться и опробовать у них несколько линей продуктов. К слову говоря, я очень люблю их BHA-кремы, да, кислотные кремы. Они очень, опять, мягкие, приятные, все с ними великолепно. Но вот мои попытки как-то подсесть на ретинол, пока что это полное такое масштабное фиаско. Дайте мне знать, что по этому поводу думаете, по поводу этого конкретно ретинола или каких-либо других, какова была ваша история, как вы приучали себя к ретинолу, приучили ли вы или бросили, потому что я знаю, что ситуация, как мы все понимаем, ситуация не становится моложе, но с другой стороны как-то, ну как-то западло, честно говоря, вот продолжать получать такие побочные эффекты, не знаю. Как-то, в общем, да, я буду в 2019 году буду серьезно на эту тему думать. Также в 2018 году я решила, что буду добивать все свои тональные кремы, прежде чем буду покупать какой-либо новый. Тональные кремы портятся у меня, по крайней мере, быстрее всего и расходуются значительно меньше всего. Тьфу-тьфу-тьфу. С кожей у меня давно уже не было катастрофических проблем, поэтому очень часто мой мацион, что касается выравнивания по тону кожи, это обязательно перекрытие синяков под глазами, про это мы сейчас тоже поговорим, и пудра, какая-нибудь плотная пудра с плотным покрытием, и этого больше, чем достаточно. Если хорошо увлажненная кожа, то все это очень даже симпатично, ровненько выглядит, без всяких проблем. Тем не менее, что касается тональной основы, я предпочитаю BB-кремы, чтобы в ней был SPF, потому что для меня это очень актуальная проблема. В Калифорнии агрессивное солнце, все дела. Еще у меня есть тоналка от Estée Lauder Double Wear, я ее тоже люблю, но она такая убойная достаточно. Я не люблю ее на каждый день. Вот. Тем не менее, нарушила я свой no-buy, что касается тоналки, потому что мне вдруг что-то приперло, мне захотелось попробовать какие-нибудь бюджетные тональные основы. Я слышала, что есть много замечательных, хороших, и давно как-то, у меня вот такое ощущение, что несколько лет я уже не заигрывала с бюджетными тональными основами, поэтому купила себе в этом году две. Обе очень нравятся, обе немножко промахнулась с оттенком, поэтому я их смешиваю один к одному. Одна это Milani Conceal и Perfect, она у меня в оттенке 04 Medium Beige, чуть-чуть темновато для меня, и чуть-чуть светловато для меня 150 Buff от Revlon Colorstay. Я взяла их, у них вот эта обновленная версия с помпой, что, конечно, очень приятно. Я взяла версию Normal Dry Skin, потому что, когда я жила в Северной Каролине, кожа у меня была нормальная, склонная к жирности. Когда я приехала в сухой климат Калифорнии, то, в общем, ситуация поменялась ровно наоборот. Вот они вместе работают очень-очень пристойно, очень им не нравится. К слову, я добила тоналку от Tarte. А, вот почему, интересно, вспомнила. Я добила одну тоналку и, конечно же, купила себе сразу две. Такая вот нереальная, блин, экономия. Ну ладно. Тем не менее, рада, что они у меня появились, буду продолжать смешивать. Мне нравится их эффект. Единственное, что может быть ни та, ни другая, не вау. Вот, то есть я не могу сказать, что, ох, и больше ничего не надо. Нет у меня такого ощущения. Но они обе очень приличные. Очень приличные тоналки. Что касается скрытия синяков под глазами. Я перепробовала уйму консилеров в поисках замены. Почему-то мне вот захотелось найти замену, потому что я уже сколько лет сижу и очень плотно на консилеры от Tarte. Это Chrysalis консилер. Это их новая переупакованная версия. Она выглядит вот так. У меня три тюбика. Один запасной, два в работе.
их, этого же консилера в старой версии, когда он назывался Маракуже Крисалис Консилер. Я его люблю, это плотная такая паста, очень-очень сильно пигментированная, ее нужно совсем чуть-чуть, но зато, на удивление, хоть это и паста, она не скатывается у меня под глазами. Я, конечно же, ее усаживаю немножко подсвечивающей пудрой, но она остается чуть-чуть подвижной, она не высушивает мне кожу век, она не подчеркивает морщины. В общем, поэтому этот консилер у меня безусловный фаворит. Я купила себе на пробу новый консилер от Лора Геллер, дабы, так сказать, посмотреть, что есть, что где. Это называется Filter First Luminous Concealer. Здесь у нас такая вот тюпинка, чем-то похожая на Maybelline Rewind, если вы помните. Они, по-моему, до сих пор еще есть в продаже. Он полупрозрачный, милый, никакой. Вот реально, никакой, ничего такого. Ни хорошего, ни плохого не могу сказать. Так что это так, баловство, добью и забуду. Попробовала я, конечно, у меня был Shape Tape, и многие из вас знают, что был у меня не один, мне по ошибке так прислали еще два, хотя я его не хотела, я отдала все три, от всех я избавилась, он жутко сушил мне кожу под глазами. Я попробовала Too Faced Born This Way консилер, такой огромный, с огромной тюпинкой такой, знаете, вот. Он точно так же мне сушил, на самом деле, кожу под глазами, как и Shape Tape от Tarte, поэтому я не могу его рекомендовать для сухой кожи, не могу рекомендовать его для возрастной кожи. Я купила на пробу себе новинку консилер от Cover FX, который у них тоже какой-то гипер-пупер нереальный появился. Мне он, знаете, очень напомнил по своей формуле консилер очень хороший, но чуть-чуть сушит, от Estee Lauder. Вот консилер от Estee Lauder Double Wear, они прям вот как клоны друг друга. Но вот тот консилер от Cover FX, в нем очень тяжело мне было найти подтон, который бы мне подходил. Поэтому я его купила, показала вам в покупках, поносила 2 недели и сдала обратно в Sephora. Потому что тон был очень желтушный, и не было в нем ничего такого, вот к чему бы тянулась бы рука по сравнению вот с этим. Поэтому да, честно перепробовала все, что было на рынке. Ну, не может быть, не все, но все, что было популярно, все, о чем говорили, и по-прежнему вердикт остается тоже для меня, для сильных синяков под глазами. Если у вас сушится кожа под глазами, это единственный вариант. Если у вас кожа не сильно сушится, вам подойдется что угодно. Сейчас очень много такого рода консилеров, которые работают на жирной и нормальной коже. Если у вас нет сильных синяков под глазами, то же самое. Чуть-чуть протянуть туда тоналку, или даже, может быть, особенно ничего не надо. Иногда можно достаточно просто нанести подсвечивающую пудру. Не хайлайтер, а такой слегка подсвечивающую пудру, и этого тоже может быть достаточно. Я советую вот этот Tarte Crisis Concealer только людям, у которых серьезные проблемы, что касается синяков под глазами. Далее, хотела вам быстренько сделать ревью, потому что для меня это были неожиданные любимчики. У меня очень много продуктов для губ, которые у меня уже не первый год, и вот-вот выйдут из строя, я этого, честно говоря, уже жду, чтобы потом иметь возможность обновить свой арсенал продуктов для губ. Но пока, знаете, ничего такого нового и сверхъестественного нет. Все нормально, все неплохо. Пробовала там, здесь какие-то продукты для губ. Ничего не впечатлило, кроме вот этих двух абсолютно дешевых, стоящих совершенно и копейки продуктов для губ. Первое – это гели-масло для губ от Milani. У меня с манго. У него, в принципе, особенного цвета никакого нет. Называется оно Moisture Lock. Утверждают, что здесь даже масло косточки персика. Lip treatment. Это, я не могу вам передать, как это приятно. Это реально гели-масло. Ну, пахнет оно синтетическим персиком, это ладно. Прощу. Но насколько нелипкий, глянцевый получается эффект. На любую помаду и просто на губы обожаю. Вот оно прям... И все время хочется его наносить. Это безусловные фавориты открытия 2018 года и стоят сущие копейки. И второй продукт, который меня как-то удивил, насколько он приятен и насколько он мягко носится, это Essence Water Kiss Glossy Lip Color. У меня в оттенке
06 Underwater Beauty. Это плотный, такой вот красивый сиреневый цвет. И это тоже такой немножко гели-формула. Он и вроде бы и хороший плотный цвет, но и вроде как полупрозрачный. Он наносится мягко, не сушит губы, при этом он не дает какого-то жирного блеска. У этого, сейчас еще скажу, Water Kiss от Essence, у них какая-то очень удачная, интересная формула. Обратите внимание, стоят они совсем копейки. Если вас заинтересовала вот эта формулировка, посмотрите, посвотчите, может быть. Потому что я привыкла, что очень часто lip glosses, они либо дают, ну вот как здесь, такой маслянистый жирный блеск, и иногда они начинают либо скатываться, либо куда-то растекаться, либо сейчас эти модные стейны, да, то есть они вот так вот въедаются вам в губы. Это тоже как бы, у этого есть свои поклонники, у меня тоже есть парочка, а вот это что-то совсем другого порядка. Это очень какая-то, мне понравилось, это... Что-то в этом есть и простота, и удобство, и цвет, и комфорт, и отсутствие каких-либо побочных эффектов. Поэтому да, два продукта для губ, которые стоят совсем копейки, но меня очень впечатлили в этом году. Ну и на этом, в общем-то, все, что я вам хотела показать. Возможно, будут какие-то другие фавориты и любимчики, про которых я вам расскажу, когда уже подойдет к концу зима. А может быть, какой-то соберется у меня такой небольшая группка фаворитов. Я не очень люблю делать месячные или сезонные фавориты, потому что, знаете, моя коллекция косметики, она очень живая, она все время мигрирует и меняется, и это не зависит от сезона, когда у меня неожиданно подберется, знаете, такая идеальная команда любивчиков. И я предпочитаю снимать видео тогда, когда есть это ощущение, что, о, вот есть костяк, который я люблю. Вот сейчас у меня подобралась кучка продуктов, которые для меня были чем-то удивительными. Я вот ее вам за раз показала. А вот вы мучиваете себя, ой, боже мой, конец декабря, надо снимать фавориты года. Ой, конец февраля, надо снимать фавориты зимы. Ой, конец мая, надо снимать фавориты весны. Не знаю. Я небольшой фанат. Я понимаю, что это тематичность. Это, ты знаешь, чего ожидать от таких видео. Но вот мне больше нравятся current favorites, да, то есть фавориты на сегодняшний день. Потому что тогда более продуманные получаются обзоры видео. Ну, не знаю, это может быть я, конечно, заморачиваюсь, но я думаю, те, кто любит косметоз, так же страстно, как и я, те меня поймут. Все. Спасибо большое за внимание. Если у вас были какие-то вопросы, впечатления, комментарии, пишите, буду ждать. А за сим прощаюсь, желаю вам хорошего дня или вечера и до встречи в следующем видео. Пока-пока!